Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя, безумные мутанты. Так, ну что у нас тут по героям, давай посмотрим. Могу ли я кого-нибудь прокачать? Ага, я могу открыть пак. И я это делаю с удовольствием. Так, и нам достается Микеланджело. Такой интересный у него танец, если честно. Слушай, остается совсем немножечко, чтобы нам получить с тобой трехзвездочного первого персонажа. И кто же это будет, я не знаю, ребят. Надеюсь, в скором времени узнаем. Так, и, кстати, тут уже недалеко и босс. Панкуша тут, я смотрю, да? Кстати, что у нас тут творится? Оу. Слушай, еще приближаемся. Давай посмотрим. 25 синих кубков, да, и 327 зеленых. Там, по-моему, совсем чуть-чуть не хватает. Значит, мы можем еще немножечко прокачать вот эту вот лабораторию, наверное. Она же дает нам, да, синие кубки. Вот так вот. Наградушку. Слушай, ну там же еще было. Вот что они мне не дают? Там было два вида, они почему-то только один. Так, ладно, Леонардо, ты как насчет прокачки? Да, он-то готов, ребята. Вот только с мутагеном у нас беда какая-то. Его очень мало. Мало мутагена у нас. Так, ну что... Так, секунду. Ага. Ну что, попробуем, наверное, с тобой. Так, левел героя 3. А, поднять трем персонажам уровень. Хорошо, сделаем. А разным, что ли, нужно? Или одному можно? Так, понятно. Забираем Сплинтер. Так, еще 25. Есть, друзья мои, есть контакт. Ну что, настало наше время. Давай смотреть, кто же нам выпадет. Да вы издеваетесь надо мной. Блин, ну почему? Ну почему Сплинтер? Ну, ребята, ну... Сплинтер. Ну вот, честно говоря, я немножко расстроился. Ну почему именно он? Блин, я хотел себе какого-нибудь суперского персонажа. Выпал тоже мне, а? Ну что, ребята, трехзвездочный. Есть смысл прокачивать, смотреть, что он из себя представляет. Брать его в отряд. Как без этого-то? Сколько у него вообще мощей? 752. Это на 16 уровне. Ладно, пока пускай постоит там, немножко отдохнет, а мы повоюем без него. Так, и мы с тобой двигаемся все ближе-ближе к боссу. Так, здесь у нас кожеголовый. Да, мы его сейчас разнесем в пух и прах, мне кажется. Да? Так, Лео вжаривает. Так, мне нужно, чтобы Ирма. Давай-давай, родная моя. А что так слабо-то? Эй. Так, Бибоп у меня погиб, к сожалению. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Бросил. Бросил капкан. Ну все, ребят, тут остается Маузер и Бандит. Сейчас мы их расчехлим. Отлично. Победа за нами. Еще и наградушка бонусная. Получили, и дальше идем. Ребята, сейчас уже будет, конечно же, Басяра. Вот он, вот, панк. Стал большим уличный панк. Слушай, ну мощей у него 8000, у нас 6,5. Округлим, да? Понеслась. Сейчас хочу посмотреть, кто что. У панка у этого, по-моему, нет никаких способностей. Поэтому он как бы ничего нам здесь и не сделает. Но здесь есть... Вот он, ребята, видите, как выглядит крысиный король именно вот в серии этой игры. Он тоже слепой, да? Но он, по крайней мере, похож на человека. А в той игре, где черепашки-ниндзя легенды, он выглядит как действительно какой-то мертвец, блин. В плаще еще в этом, в дурацком. Так, тихо. Давай-давай-давай, бомбим его. Да добивай ты уже, вот, уже голову правильно сделал. Бросил капкан. И пока он встанет, мы его распетрушили. Погиб только лишь Леонардо. Ну это издержки производства. Так, Слэш. Плюс... Блин, Слэш и Бандит этот. Слушай, я вот не знаю, сейчас смотрю на этого Сплинтера трехзвездочного и думаю, взять нам его прокачать или не стоит. Может быть, взять, прокачать, взять в команду и посмотреть, что он из себя представляет, а? Ну, это первый наш персонаж, который имеет 3 звезды. Я думаю, что он должен иметь какую-то силу.
даже в сравнении с двухзвездочными бойцами. Согласись, надо все-таки брать его и смотреть. Но пока мы, ребята, не посмотрим и не увидим, что он может из себя представлять, какие-то выводы делать я даже не осмелюсь. Я даже не осмелюсь. Давай мы, наверное, сейчас прокачаем. Так, тихо, что у нас тут? Сыграли. Так, ящик опять запрыгал. Дает нам награды. Скрапа дает, да? И мутагена. Спасибо большое. Как раз это мне нужно для того, чтобы... Так, и мы уровень еще получили с тобой, оказывается. Окей. Блин, ну все равно так обидно. Столько купишь этого мутагена, да? Точнее, не мутагена, а эти кубки синие. И дали тебе сплиттера. Кстати, тут 100 жетонов дадут на 24 уровне. И мы, кстати, сможем, по-моему, что-то приобрести за... Слушай, за жетоны что-то можно приобрести, я помню, ребята. Так, сыграть в битвах, в PvP-шных. Так, ну, сплинтер, давай. Прокачаю тебе, так уж и быть. Смотрим, ребята, где у него мощь вообще? Так, сколько у тебя сейчас в данный момент мощей? Слушай, 1290. Давай-ка сравним с кем-нибудь. Так, ну Лео-то понятно. Слушай, он даже переплюнул Рокстеди. 37 уровень. Да тихо ты. 37 уровень. Рокстеди 50-го. Ууу. Да он практически догнал Кожеголового. Слушай-ка. А что если мы с тобой уберем Бибопа, вот этого вот? Так и сделаем. Наверное, вместо Бибопа я поставлю сплиттера. Посмотрим, ребят, что из этого будет. Так, и у нас PvP-битвы. Ну что, давай посмотрим PvP-шки. Зайдем. Так. Как там у нас, друзья мои, в клане дела идут? Нормуль, клан качается, все пучком. Все пучком, никто не ушел. Все, как говорится, нормуль. И получается, я один онлайн, а остальные все отдыхают. Ребята, если кто-то не будет играть, лучше сами уйдите из клана, чтобы кто-то другой, новенький, у кого есть желание играть, зашел. Так, ну а я пошел на разборки. Так, что у нас тут? Нам, кстати, немножко тут осталось. Значит, нам нужно с тобой выиграть один бой PvP, да? Так, кого я хотел убрать? Блин, а тут, наверное, я уберу Рафаэля. Сейчас я посмотрю, сколько у него мощей у Рафика. 1,3. Ага. Так, кто-то должен быть слабее все-таки здесь. 1,3. Ирма. Ребята, Ирма тут слабее. Ну, просто проверим. Хочу просто убедиться, что он у нас там может делать сплиттер. Пока я вижу, что он там просто машет своей палкой, своим посохом этим. Что-то по дамагу я не скажу, что он тут супер-пупер силен. Вообще не могу этого сказать. Да. Я тебе скажу следующее. По-моему, толку от него вообще нету. Я сейчас верну обратно Ирму, и мы с тобой просто глянем. Трындец. Запинали просто со всех сторон. Зашибись. Да, ничего тут не скажешь. Чё-то этот сплинтер вообще ни о чем, ребят. Несмотря на то, что даже он имеет 3 звезды. Нет, ну-ка нафиг. Давай вернем нашего Бибопа и глянем, как с ним у нас пойдут дела. Слушай, ну враг-то все равно, по-моему, посильнее будет, да? Чем мы. У него Бакстер-муха тут еще. Так, Бибоп бросает гранату. Так, минус сплинтер вражеский. Вот еще Бакстер-муху бы запечатать как можно быстрее, чтобы не выезжался здесь. Отлично. Леонардо, как всегда, сейчас погибнет. Один из первых. Погибает он. Так, вражеская Мона Лиза отдуплится сейчас. Окей. Вражеский Лео тоже погиб. И остается лишь Рафаэль. Он тут не добегается. Ему от нас просто не уйти.
О, мы еще и застанили его. Все, распечатываем. Найс. 3 амбала выиграли, да, ребята? Отлично. 81 кубок. А нам нужно там, по-моему, с тобой 2000 кубков, да? Слушай, да что за фигня-то происходит? Ты посмотри, уже 13 тысяч. Мы растем, и это все растет постепенно. То есть я никогда не перейду, получается. Следующий ранг, да? Ладно, фиксим. У нас с тобой сыграна одна ПВПшка, да? Плюс победа. Ё-моё. У-у. Слушай, смотри. 22 уровень у Бакстера. У него столько же мощей, сколько у Бибопа. Как это может быть? А у Бибопа, извини, 50 уровень. Я теперь сижу и думаю, может быть, нам Бакстера прокачать? Но я тебе говорил, что надо прокачивать здесь всех, рано или поздно. В каждых боях свой по-своему хороший. Это вот как мы с тобой тоже играли-играли, да? Сейчас вот берем, например, Усаги вместе с Леонардо. Я имею в виду в Черепашках-Ниндзя Легенды. И довольно неплохо рулим. Здесь тоже есть свои определенные команды, свои комбинации. Так, ну, нам не выиграть здесь. А Монализа здесь, Рокстеди, к сожалению, никак. Хотелось бы, но не получится. Да, ушатали. Если у нас с тобой появится лишний мутаген, обязательно его будем, наверное, сливать. Хотя сейчас глянем. Так, тут мы сделали. Сейчас мы с тобой посмотрим, хватит ли у нас на Бакстера. Так, мы что-то опять с тобой получили. Так, давай прокачаем, посмотрю. И все, что ли? Что-то как-то мало. Что у нас тут? Ага, двухзвездочный. Опять сплинтер. Опять, ребята, сплинтер. Чё-то мне на этого сплинтера тут везет как утопленьку. Чё за дела-то? Я не хочу сплинтер. Блин, тут еще тока будет. Там еще будет тока следующим этим боссом. Так, ладно, не будем расстраиваться. Сейчас я хочу посмотреть по мощам. Именно, если Бакстер Муха. Слушай, ну Бакстер Муха почему-то опережает. Я думаю, надо брать его. Возьму его, поехали, посмотрим. Так. У нас Муха что делает? Ну я вижу, только пока стреляет из своего пистолетика. И все, что ли, больше ничего не делает. Ну сейчас звездюлица от Рафаэля, по-моему, да? Так, Рафаэль и Леонардо у нас уже погибли. Остается кожеголовый, Бакстер и Рокстеди. Ага, вот что он делает. Муха каким-то бьет лучом непонятным. Не, ребят, какая-то фигня получается. Ты посмотри. Продинамили мы тут с тобой вспышку. Конечно, конечно, бедного Рокстеди со всех сторон забомбили. Утешительный приз мне дали. Так, награда на кармане. Блин, ну все равно надо как-то продвигаться, в конце концов. Почему такой вот небольшой, ребята, дисбаланс происходит именно в подборе противника? Ну что это за фигня? У меня 7 тысяч, у него почти 9,5. Почти 9,5. Не знаю. Если я все-таки поставлю обратно Ирму. Не знаю, как-то я вот привык к ней. И она действительно хороша. Ну-ка. А Эйприл, интересно, что делает? Видишь, там у нее еще постепенный отхил у кого-то идет. Я не знаю, кто это делает, хиляет их там. Может быть, даже Эйприл. Может быть. Воу-воу-воу, Рафаэль разбирается с моей Ирмой. Ты посмотри. Ай-яй-яй. Чё-то вообще тут труба дело идет. Так, Ирму уничтожили. Тут получается Рафаэль и Майки, да? Слушай, ну мы с ними разберемся. Окей. И остается Майки. Готов. У нас все с тобой выжили, и это классно. Это очень хорошо. Так, ну что? Интересно, мы выполнили задание-то, кстати. Выполнили. Так, здесь повоевали. Тут опять нам что-то хотят дать.
бесплатно. Ага, 100 кубков, я понял. Ну что, теперь будем двигаться вот сюда, ребята. Босс Токко хочет, видимо, с нами тут поболтать. Блин, как же меня вот это вот расстраивает, а? Почему вы такие жесткие, сильные? Еще разок попробуем, ребята. Я взял спринтера. Глянем. Ну, ты посмотри, он даже по атаке, ребята. Вот он со слышим дерется, он ничего не может сделать. Вообще. Вот. И что? И это вот его отхил? Вы серьезно? Я-то думал, он будет хилять действительно там, ну, мощно. А он там, по-моему, одного кого-то может захилять. И все. Вот, ты видишь, что он делает? Нет, это бредятина какая-то. Он этого не заслуживает. Быть в моей команде. Сплинтер. Конечно, не спорю. Может быть, если прокачать его до следующего ранга, и у него там что-то должно будет открыться, может быть, после этого он как бы весь свой потенциал раскроет. Но я почему-то сомневаюсь в этом. Дай-ка я обратно поставлю нашего Бибопа. Так, а здесь кто? Рахзар, Бибоп и Панк. И Панк. Я все-таки обожаю, когда и здесь тоже, ребята, массовые атаки. А массовые атаки у нас у кого есть? У Микеланджело, да, у него есть вертушка. У Леонардо, когда он тоже крутится. У Ирмы. Так, у Кожеголового, к сожалению, есть у него все-таки массовая атака, удар хвостом. Но он должен стоять в гуще событий, чтобы он был окружен врагами. Только в этом случае. У Ирмы в этом плане все-таки все получше. Более мощный такой разброс энергии. Поэтому она может доставать кого угодно. Так, ну что же, переходим с тобой на следующий бой. Угу. Токко, Бибоп, Кожеголовый, Панк и Маузер. Как же мне, ребят, повезло, а, все-таки. Ну, в кавычках, со сплинтером. У меня прям слов нету. Я так расстроен, если честно. Вот не хотел я почему-то сплинтера, и он мне выпал, блин. Да, обидненько. Так, ладно, что у нас тут происходит? Слушай, по-моему, нас тут потихонечку разбирают. Я посмотрю. Так, Панкушу этого завалили. Остается Бибоп и Токко. Ну, Токко, в принципе, сейчас погибнет. Остается Бибоп. И мы его... На тебе. Молодец, Ирма. Красава. Все-таки победили мы здесь. Давай следующий бой. А вот, ребята, и босс Токко. Ё-моё. Сколько у него... Ну, в принципе, не так уж и много мощей. Но босс все равно есть босс. Очень много урона. Посмотрим, как будет все здесь происходить. Ага. Он еще в этом прыжке делает массовый урон. Ты заметил, да, когда он приземляется? Я имею в виду Токко. Ох, ё-моё, тут расколбас-то идет, какой некислый. Рокстеди. Так, а у нас Бибоп-то уже погиб наш, да, получается? К сожалению. Лео, Лео, Лео. И Лео погиб. И что же у нас получается? Лишь Рокстеди. О-о-о. Мы даже Рахзара с тобой не успели добить. М-м-м. Нам тут победа не светит. Слушай, надо что-то менять. Надо что-то поменять, вот только что. Давай, Ирма. Вот если бы она еще бы станила бы этого, да, своим ударом, было бы вообще великолепно. Мне не хватит мощей. М-м. Элементарно не хватит мощей. Видишь, Ирму колбасит. Ирме даже, ну, некуда деваться. Не убежать, ничего сделать. И вот этот прыжок массовый, просто бесявый. Да... Ну, сплинтеры я однозначно брать не буду. Не буду и не хочу. Надо что-то другое придумывать здесь. Так, прокачка есть у нас. Так, секунду. Давай-ка, наверное, Бибопчиком с тобой чуть-чуть прокачаем. Так, ну что, 55 уровень. Тоже, кстати, не дурно. 55 уровень. Кстати, я видел, дрался много раз против чувачков, у которых есть две вот таких вот жабы. Одна с топором, а другая с кнутом. И вот эти вот две жабы постоянно выживали, ребят. Вот, наверное, одна
Из них какая-то с топором, другая с кнутом. Вот они там жарят. Ё-моё, я ничего не мог сделать. Я какие-то комбинации там не придумал. Все равно не получалось, ребят. Так, ну что, попробуем, поехали. Немножко мы с тобой прокачали нашего бибопа. Конечно, хочется победить этого току, чтобы двигаться дальше. Но вот вопрос, сможем ли мы. Поехали, батл. Может быть, расстановку стоит поменять, как вариант. Тоже как бы иногда, ребят, помогает. Видишь, Леонардо просто подставляется. Он же у меня как бы самый основной дамагер. Он подставляется вот под току. Зачем? Если бы Рафаэль бы мог, да, станить. Вон, смотри, смотри, видишь, погиб. И он сейчас делает прыжок. Жесткий чувак, конечно. И опять же, смотри, Рокзар здесь выжил. Нужно менять, ребята, расстановку, мне кажется. Трындец. Та же самая команда выжила. Опять же, Тока и Рокследи. Рокследи, естественно, сейчас погибнет первым. И потом уже будет Ирма страдать. Да. Или же нам поменять с тобой Ирму. Вот только на кого? Да не на кого, в принципе-то. На мух, что ли? Навозную? Не хочу. Не хочу, не буду. Она не в моем вкусе. Твою ж дивизию, а как быть? Вот скажи мне, как быть? Ладно, сейчас попробуем немножко поменять расстановку наших бойцов. Чуть-чуть. И все-таки вместо Ирмы, наверное, кого-нибудь другого взять. Хотя, ну Ирма же хороша, согласись. Ведь хороша Ирма. Расстановку. Леонардо подставляется постоянно, да? И Бибоп тоже подставляется. Давай попробуем с тобой взять Сплинтера. Нет, не Сплинтера, лучше мы, наверное, возьмем. Уберем Бибопа, а Сплинтера поставим. Вот так вот. Просто взглянем хотя бы, как это все будет происходить. Блин, Сплинтер уже отгребает от Рокзара. Да ты бы себя бы лучше бы лечил, дурил ты деревянное, ё-моё. Ой. Все, да, Сплинтера уже как будто и не было здесь. Да, не ожидал я, конечно, он настолько ватный. И Леонардо тоже молодец. Не чтобы вот бомбил. Смотри, бум, сейчас его, наверное, ребята уничтожат. Так, ну хотя бы Рокзара застанили. Тыдыч. Это панк еще зловредный живет. Да нет, то же самое, ребят, выходит. Тут даже хуже получилось у нас. Тут и Рокзар выжил, и панк. Нет, 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 нет. Не могу, хоть ты тут тресни, ну ты прикинь, а. Хоть ты тут тресни, вот это я встрел. Какую тут еще можно комбинацию? Ну, Монолизу я брать не хочу в команду. Сплинтера я сейчас уберу. Ну что ты, охламонище тока. Блин, мне кажется, я его не пройду сегодня, ребят. Я, конечно, еще сейчас сделаю одну небольшую комбинацию, попробую. Так, Сплинтер, иди отсюда, не нервируй меня. Так, Бибоп. Мне кажется, если Бакстер прокачать, мне кажется, он будет сильнее, чем Бибоп. На том же самом уровне. Меня, правда, уговаривали взять в команду Микеланджело. Говорят, он топовый, он станет. Не знаю, ребята, может быть. Так, если я, например, сделаю вот так и вот так. Блин, Тока наверняка рванет на Ирму. 100% тебе говорю. Может быть, вот так сделать. У нас, по идее, самый сильный, как бы, ну, живучий получается, это именно Рокстеди. Вот я вот замечал, Рокстеди, по-моему, имеет, ну, самую большую стойкость. Оу-оу-оу, ну, Лео, конечно, молодец, что панка завалил, но... Слушай, смотри-ка, что происходит, ребят. Рокзара нужно, Рокзара валите этого хламона. Блин, опять Бибоп у меня погиб. И вот начинается, да, у Токи вот эти вот бзики, он уже начал прыгать. Панка этого, так сколько у нас, раз, два, три персонажа всего лишь в живых. Если Леонардо сейчас, ну, будет кромсать. Да блин, конечно, сюда бы лучше бы Кожеголового, на самом деле. Кожеголовый бы, по крайней мере, мог бы станить.
трындец. Сейчас Леонардо погибнет у меня. Не хватает, ребята, сил. Именно мощей. Ну, ты видишь, да, что происходит? Именно мощей не хватает. Все идеально, но слишком слабые у нас удары. Да, ребят, поэтому а Ирма, ну, она здесь вообще не боец. Просто не боец. Она хорошо, хорошо держится, конечно, я не спорю. Но с Токой мне не справиться. Вот в данный момент, ребята, ну, не могу. Это если только ждать следующей серии. Или же я потом за кадром пойду, схожу на арену. На арену. Там буду драться до последнего, все 15 попыток сплавлю. Возможно, там выпадет мне 2 или 3 шанса дополнительной награды. И я все-таки вкачаю куда-нибудь. Может быть, в Ирму, может быть, в Бибопа. Ну, посмотрим там. А на этом придется тогда закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!